Дорогие друзья, сегодня мы рады представить вам захватывающее интервью с владельцем роскошной виллы, которая не только занимает почетное место в нашем портфолио, но также является резиденцией, которая привлекла внимание и украсила страницы Financial Times. Однако это интервью не только о красоте этой резиденции. Оно также раскрывает наглядные преимущества сотрудничества с нашей командой, о поддержке, которую мы вам предоставляем, и о ценности нашего сотрудничества. Благодаря этой истории вы сможете увидеть нас с совершенно новой стороны и узнать, как мы совместно с нашими клиентами создаем историю успеха. Давайте откроем двери к бесконечным возможностям в мире недвижимости вместе с нашей командой Cypress Sotheby's International Realty. У многих домов есть история, и у некоторых домов есть душа. И я думаю, что ваш дом – это именно этот случай. Вы можете представить свою прекрасную виллу и рассказать, что делает ее настолько уникальной. У этой виллы очень много основных отличий, которые ее выделяют на фоне другой недвижимости на Кипре. Но я бы остановился на двух моментах, которые делают ее действительно уникальной. Первое – это Private Beach. Все пляжи, они открыты для публики, как, в принципе, и в любой другой стране Евросоюза. Здесь тоже так было. Здесь был когда-то пляж. Если вы посмотрите в окно, увидите скалы, камни, которые как раз находятся там, где раньше был Public Beach. Но море потихонечку взяло свое, и то, что раньше называлось пляжем, сегодня называется просто морем. А то, что сегодня мой участок, моя собственность, называется пляжем. Второй момент. Было желание построить нечто такое, что сольется с природой, и будет выглядеть так, как будто она стоит на этом месте 200 лет. Не могу не согласиться. Когда я первый раз увидела ваш дом, я даже переспросила несколько раз. Это точно на Кипре? Поэтому это очень чувствуется, что ваша роль в создании этого дома очень велика. То есть, если бы вы могли сказать пару слов о том, как родилась такая идея, и как она воплотилась в такой потрясающий результат? Это мой не первый экспириенс. Но это был первый дом, который я вот сознательно делал исключительно под себя, под свой характер, для своей жены, для своей семьи. Когда-то давно настоящие джентльмены, они не покупали костюмы даже от Китон, если он готовый. Они шли в ателье и шили себе костюм, который будет полностью соответствовать и ихнему пониманию, как он на них должен сидеть, и какой материал должен быть, и как они в целом себя видят со стороны в этом костюме. И здесь точно такой же подход. Все в этом доме делалось вручную. Даже вот фасады из травертина, они доставлялись из Сирии, и обработка камня шла здесь, на Кипре. Этот дом создавался по принципу живого существа. Мы адаптировали этот дом к тому месту, на котором он стоит. Но вы знаете, по поводу места очень интересно, потому что мне кажется, что огромное количество людей действительно мечтают жить на море. Но кроме вот таких очевидных моментов, как потрясающий вид, потрясающие закаты, что еще дает вот эта жизнь на море? Аргака, да и полис в целом, вся эта эрия является, наверное, одно из самых красивых мест на Кипре. Не только туристы приезжают, но и киприоты считают, что это лучшее место на их острове для того, чтобы проводить праздники и проводить там летние каникулы. В 5 минутах находится Акамас. Прямо за домом горы подступают почти вплотную к воде, покрытой кедровыми лесами. Я с собакой прохожу по 5-6 километров каждый день. Открывается вид абсолютно на весь залив. Там же и озера. Место уникальное. Помимо всего прочего, ты не находишься, как говорят англичане, remote location. Ты находишься далеко от чего-то. Нет. Напротив кофейня, бейкери, мини-супермаркет. Все рядом. Я думаю, вам было очень приятно видеть ваш дом на страницах такого популярного издания, как Financial Times. И в связи с этим я хотела спросить вас, что
побудило вас работать с кипрским офисом Sotheby's International Realty? Ну, первая часть вопроса действительно был большой сюрприз для меня увидеть, что Financial Times выбрала. Но я понимаю, что Financial Times – это не риэлторская компания, это прежде всего издание, которое пишет об инвестициях в той или иной степени, в том числе в real estate. И то, что этот дом был выбран в пятерке лучших домов в мире на побережье, это прежде всего не оценка архитектурных каких-то особенностей этого дома, а это оценка всего вместе, всего в целом. С их точки зрения это означает, что инвестиции в этот дом вернутся и вернутся с прибылью. Это мнение профессионалов. Вторая часть вопроса касается Sotheby. По большому счету, Sotheby в мире real estate – это как Financial Times в мире инвестиций. Это было очень легко выбрать вас, потому что только вы обладаете необходимыми навыками, чтобы работать с такого качества продуктом. Только у вас есть технические возможности, только вы можете имплементировать эти сделки на международном уровне в том качестве и в тех параметрах, которые это требует. Огромное спасибо за то, что вы поделились своим опытом, своими впечатлениями и за то, что еще раз мы смогли побывать в вашем действительно уникальном доме.